Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео я вам покажу, как сделать тайник в ручке. В этот тайник удобно будет прятать, например, шпаргалку школьникам или студентам. Помимо самого основного способа, то есть просто спрятать шпаргалку внутрь, есть более сложный. Но при более сложном способе не нужно раскручивать ручку, так как времени на экзамене не всегда хватает для того, чтобы ее открыть. Вначале давайте вспомним, что такое шпаргалка. Я хотел бы дать свое определение. Шпаргалка, в простонародье шпора, это устройство, которым пользуются студенты и школьники для успешной сдачи экзамена без наличия знаний. Итак, друзья, берем нажимную ручку. В этой ручке есть такой элемент, который при нажатии вращается постоянно. Паста наша не вращается. Нам нужно сделать таким образом, чтобы паста вращалась. Вот паста, а вот этот элемент. Он постоянно вращается при нажатии. При каждом нажатии его поворот составляет 60 градусов. Нам нужно, чтобы и паста вращалась, поэтому возьмем пистолет и склеим. Эти два элемента, пасту и эту штучку. Теперь собираем ручку. Затем, дорогие друзья, необходимо сделать отверстие. Такой будет прямоугольник. В этом месте. Вот такое отверстие у меня получилось. Теперь соберем нашу ручку. Затем необходимо определить размер бумаги, которую мы будем наклеивать на пасту. Значит, это в выключенном состоянии. Так, включено в состоянии. Так. Значит, отметим вот эту вот точку. И вот эту. Ну, здесь понятно, это поверх пасты, а эту точку мы пометили. Теперь вот я взял пасту и в соответствии с помеченными линиями на пасте выбираем ширину листа. Вот я уже вырезал, это будет такая ширина. Теперь определяем, сколько нам нужно, и обрезаем. Вот так у меня получилось. Теперь нам необходимо определить линию на пасте, где будет приклеена вот эта вот начальная часть листа. Для того, чтобы при повороте ручки во время нажатия мы видели надпись четко, чтобы надпись была четко по середине отверстия. Для этого я собрал ручку и теперь нарисую вот линию, куда будем приклеивать начальную часть листика. Теперь берем наш листик и размечаем его на 6 частей одинаковых. Вот я разбил листик на 6 одинаковых частей. Взял уже, написал, например, там некоторые ответы на тесты 1А, 2Б, 3С, то есть и другие, то есть в каждой полоске свои ответы. Затем необходимо в соответствии с помеченной линией на пасте прикрепить нашу шпаргалку. Это мы сделаем скотчем. Это надежно будет, просто.
Все, теперь собираем нашу ручку. Итак, вот что у нас получилось. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, будет интересно.